Эпопея о многострадальной горке похожа на дешевую мыльную оперу. Вроде каждый день что-то происходит, а результата все равно нет. В этой серии, например, представители водоканала равняют грунт на месте детской площадки. Официальное интервью, конечно, давать никто не уполномочен. Но за кадром сообщают, для водоканала мелковато, кому нужна ваша горка. Тут грешите или на местных жителей, или на ЖЭУ. А в продолжение добавляют, по инструкции положено, что подвинули в ходе ремонтных работ, то и поставили на место. А уж благоустройство в виде газона – прерогатива принимающей стороны. Надо горку, тем более, что есть свидетели, опровергающие миролюбивый настрой и подход водоканала. Говорят, видели машину с фирменными логотипами компании, которая спилила и увезла злополучную горку.